Недавно на Твиче решил поиграть в VR-хоррор. Решил с вами поделиться. Ура! Наконец-то! Кстати, может быть, мне стоило бы включить звуки, хоррор-звуки, но... Да не. Ух, ё-моё. О, кекс! Реально вкусно. Мне как раз-таки такое в реальности не очень полагается хавать, поэтому... О-о-о, хлеб. О-о-о, Liquid Silence. От... Ух ты. Маш, что происходит? Куда? Куда меня тянет? У-а-а! Меня сейчас стошнит из-за вот этого вот. Ладно, все. Ё-мо, шо это? Лил Сквирт? Где еще? Волт! Хэппи Хэллоуин. Бля! Хлипин. Вот так и становится. Где мои вещи? Где мой нож? У тебя есть тело. Мой нож. Окей. Хорошо. Тебе надо найти красные стены. Это что? О, это патроны. Вот почему он не положился? Потому что надо другой рукой положить. Такс. Ищи сейчас красные стены. Так, тебе не сюда. Чё? Ну, потому что, ну, можешь залутаться, но тебе сразу не сюда. О, хавчик, хавай. Я голодный? Я не помню. Я не помню, что из этого голос. Неплохо. Чё, куда идем? Возможно, сюда. Я не помню. Не помню? Типа ты смотрел прохождение. Да, да. Я тебе говорю, тебе надо... О, ты близко. Давай, что иди это? Дальше. А, Пособей. Это проектор? Это не проектор, это радио. Что это, бляха? Иди дальше, тебе шиша начнется. Прямо, там сейчас красные стены будут. Музыка прибавляет атмосферу. Они укачивают. Точно не сюда, прямо. Прямо. Не сюда. Вот красные стены направо сейчас. Ты реально? И смотрел? Прямо. Куда? Вот туда? Нет, не туда. Назад. Вода? Ну возьми воду и назад. Это ловушка. Я походу не взял опас. Ну ладно, похрен это что. Скорее всего, там выход. Бляха. О! Вот это уже нормально. Сейчас направо. Сюда, да. Да. Что это? Я не вижу, что это спереди. Я тоже не вижу. Это шиза начинается. Надо быстрее найти выход. Да нет, сейчас все нормально. Сейчас направо. Это розетка? Направо? Может туда? Может туда, посмотри. Давайте в комп поиграем. О! Приставку собираем. Ладно. Что? Я тебе говорил, надо быстрее. Музыка, классно, спасибо. Тут тупик, да? Да, походу. Нет, повезло. Хопа, патроны! Блях, не взял. Ну, музыка хорошо подобралась. Что это было? Бляха. Тупик. Музыка. Either seated or lying down. Burn. With eyes open. Она идет сюда, бляха, мне страшно. Сколько? Hey guys, она сейчас с этой, с которой ты пришел. Иди туда дальше. Иди ты дальше. Реально? Да она вот тут, за стенкой. Правильно, потому что это...
Sticking around this place, you'll probably find that the food here is delicious. So why not share with the locals? Level 2. Pour the water and start cooking the light bread. Вот это я реально понимаю. Реально понимаю. Вот это мне надо. Это что, магазинчики? Ему. Пистолет. Ты ж понимаешь. Сейчас начинается. Ладно, понял. Как тебя заряжать? Сквирти. Ну шо, погнали? Джон Уик погнал. Куда идем? Кстати, нереалистичный уровень. Граната. В реальности уровень просто прямой. Граната. Стрельни в гранату. Ей похрен. Ух, нихрена себе. 4 патрона. Сквиртануло жестко. Так, погнали. Блин, ну без музыки, конечно, не так хорошо. Уже чувствуется небольшая тоска, грусть и безумие. Ну, тебе сюда. Левел дизайн на уровне. Справа кто-то будет. Зима! Хорош. Еще монстраки идут. Бляха! У меня патроны кончились. А как тебе? Ну, найс. А это место уже интересно, что это. Прикиньте, он у нас заходит. Are you winning some? Нормально. Пить можно. Это. Нет, это пить нельзя. Да. Ну это Майнкрафт. Вот это вот реально стрёмная фигня. Бля. А, всё, я ничего не сделал. Воспользуйся. Да, иди туда же, кинь его гранату. Давай. Готовься. А я не знаю, как тут чека выдёргивать? Нет, понял. Значит, тут на кнопку. Где ты, мразь? Я тебя изнасилую. Так, ладно. I'll take this. Как тебе перезарядить? Вот как, бляха. 0 патронов. Я слышу, музыка играет. Не могу подобрать. Да я подберу. Найс, тут пистолет есть. Твою мать! Ух ты, бляха! Ну серьезно! Да я гранату буквально выкинул! О, смотри, вот он. Ну шо ты, чмо? Ух ты, бля! Охрененно. Охрененно побил. Ага. Ну вот почему оно не кладется? Потому что только правое в правое можно положить, это кончено. Это кончено. Согласен. Да тут сейчас какая-нибудь чудила будет сидеть. Бляха. Хорошо. Это просто обвал, но я видел там чудилу какую-то. Дико. Смотри, щиток, тыкни двумя пальцами, у тебя вылезет конфетка. А, вот это что? Ух ты, бляха, нихрена себе! Ксенофобом здравствуйте. Похоже на пенис. Ахаха, я ничего не понял, но видел слово пенис, ахаха. Нет, я испугался из-за того, что я не ожидал, что он сюда выйдет. Я туда смотрел. Да бляха! Да иди! А, он у меня... А, их двое? Их там двое, как будто бы. А, лол, так и есть. Короче, туда прохода нет, я это понял. Так, точно, значит, тут прыгать могу. Погоди, как тебя выключить? Нас стреляет, нажми. Нет. Вот, теперь можно. Что это? Паучара справа. Ты его слышишь? А, нет, это не паук. Это просто труба. Бляха, да иди ты нахрен, а! Да иди нахрен! Сейчас снова сюда прибежит это чувырло и меня вырубит за два удара.
Ну. Я не успел перезарядить, кстати, эту фигню. Она надо в руках сейчас. Кидай! Охрененно, в руку выкинул нахрен. Я должен успеть, пожалуйста. Ну подберись. Бляха. Иди нахрен. Ой, паук! Бегай. А, все, патроны кончились? А, я понял. Короче, ребята, идите куда-то, куда хотите, а я иду. Ух ты, бляха, в бар. Что за... Ну, давай сюда я прибегу сейчас вот так. Ну, иди нахрен, а. Оп. Опа. Go fuck yourself, окей? Тут сейчас тупик будет справа, да? О, нет, прикольно. Правда, у меня сейчас нет вообще ни хрена, ни патрон... Ну нет, патроны есть, нет оружия ни хрена. Что это у нас? Вода. Прикольно. Ну, если... Да, это вода. Что она дает? Бля. Вайт... Ребята, привет. Опа! Ребята. Пытался. Давай, обнимашки! Я подумал, что в принципе я наигрался, это во-первых. Во-вторых, давайте сходим в битсейбер лучше. Спонсируйте канал, заходите на Twitch. Всем удачи, всем пока.